Всем привет! Сегодня ролик не из землянки. Поедем доедем до деревни. Дела есть. Может, заедем еще металлокопом позанимаемся. Ну и так погуляем, в принципе. Отдохнем от землянки. Кому интересно, оставайтесь. Посмотрите. Вместе со мной погуляйте. Блин, таракан. Капец, собака. Вообще, ни минуты не сидит. Собачка, окошечко летает. Да, блин, собака. Пристало-то. А, вон кошечка. Тут сидит, орёт. Да. А, больно же кусаешься, скотина. Брысь. Здесь походим, посмотрим. Может, есть что? Есть. Братишка. Приехали. Тут такое вот местечко. Перспективно так, не знаем. Наверное, выбито уже рядом с населенным пунктом прям. Но надо проверить. Там трубу находили рядом с дорогой прям. 100 кг. Прям. Ручка отломилась. Попробуй так, может, пойдет. Я уже разучился искать. Давно что-то не рыбачили, да? Все, погнали. Ладно, будем показывать на ходочке. Какую-то старую дорогу найти. Это ручник. Ручник какой-то нашел. Старенькая вилочка. Какой у нас тут? Так, где год-то? Какие-то иероглифы. 11-10. Интересно. Алюминий. Опа. Первые грибочки в этом
Габил нашел. Дождей не было. Сейчас после дождя пошли. Ну так это мухоморчики. Ой. Поганочки. Но уже, значит, полезли. Может, потом пособираем еще. Через недельку, может, пойдут. Там, кстати, огромное озеро находится. Ирбитское. Может, по этой дороге пойдем, я дойдем до этого озера, покажу вам. Может, потом доедем. Тут осталось полкилометра. Покажу вам озерцо наше. Там, это вон пробка, наверное, выкопал уже. Пробка, наверное. Это что-то тяжеленькое. Непонятно. Камень тоже. Вполне еще нормальная отверточка из поршня. Ой, из клапана. Палец. Вон. Вот его. Забыть так. Потрошить дальше. Это у нас патефон. Ну, почти рабочий. Вот от него остатки тоже еще. Целый склад патефонов. А ну нафиг они нужны. Потом засор больше учат. Пойдем дальше. Вон мы уже, кстати, почти к базе вышли. Сейчас возле нее там пачки траков будут. Компакт-диск из СССР. Озеро уже. Вот такое вот огромное озеро здесь у нас находится. Не знаю, сколько метров в длину. Там сапог чей-то. Населенный пункт. Хорошо. Пойдем дальше. Махнутошечку.
качает. Пойдем смотреть. Там лист железный я видел издалека. Здесь много чего есть. Вот, например, уже металлолом. Все, вот. Вон большой лист еще есть. Но дальше это больше места, наверное, займет. Хотя, если согнуть, пойдет тоже, наверное. Что, ведра собирали? Заберем, наверное, что, килограмм 10-то будет. Это останется? Глубоко, еще в середине. Вот так вот, компактненько сложил, сразу вес появился. Фига. Ну, десяточка, наверное, около десятки. Сейчас помогу тебе достать. Это у нас трактор, запчастилька. Нормально, килограммчик. Нашлась сестренка. Давненько лежала, видимо, уж совсем погнила. Тут нифига он далеко от дороги залетел сюда. Это барабан. Но он не железный какой-то, типа алюминия сейчас, цинка. Сейчас пошли по старой УЖД, пока мелочь попадается, такое, гвоздики, вот, костыли, такие детальки какие-то, тяжеленькие, в принципе, не знаю, что найдем еще, уже 10 килограмм, наверное, набрали, по мелочи даже, неплохо, рельсы-то, конечно, тут вряд ли мы найдем, ну, кто знает. Вот и первый грибочек. Класс. Срывать не буду, все равно. Куда мне сейчас один-то? Пусть растет. Камера. Тут по дереву ходят, да?
Собираем, идем потихоньку гвозди, костыли эти. О, наконец-то хоть что-то нормально. Вот такие вы хотя бы попадались бы. Это массивная такая. Хрена себе. Килограмм 4, наверное. Подкладочки. О, еще есть, да? Да. Хрена себе. Подкладки. Гвозди. Один мешок уже там оставили. Подкладочка. Нормально. Вот. Ну вот это вот другое дело. Мы уж на рельсе не рассчитываем, хоть подкладок бы кучу. К дереву накидали. Да. Вот такой вот первый раз нашли же, да? Обычно не уголком она, а такая пластинка одна. Вообще под дерево. Потыкай лопаты. Ты нащупываешь ее? А, там у тебя корни. А, не, вот она. Еще одна. Во, только про кучку сказали, подкладок. Началось немного. Ну хоть не по одной, то ладно. Еще? Тыкай. Фига себе. У тебя другое колечко какое-то. Ага, от кольца. Еще есть. Нифига себе, ты камень. Сейчас у меня мухлюешь. А вот он сверху просто лежит. Болтичек. Ладно, будем копать. Киловес, блин, забыл на другом портфеле. Не взвешивать сразу же. Ну, на глаз определим маленько. Подкладка. И корешки. Мешают. Вот она на краешке. Опа. Нормально раскидали тут кучечку. А ты говоришь, давай дальше, дальше. Надо тут сперва собраться. Смотри, там сейчас рельс еще найдешь. Открываем. Вот это тоже неплохая тяжечка, да? Да. Удачно зашли. Кучка подкладок. Болотники. Нормально. Окей. Удалась мечта. Куча подкладок. Фига себе. Прикольно, да? Вот это я понимаю.
копаем металл. Вот выходим там, гвоздики и разбираем. Вот это вот металлокоп. Чаще бы так накладываем. Классно вообще. Так и рельсы можно найти. Гвоздь? Нет. Вон, торчит-то гвоздь. Ну, он не укапывается. В шпале не может. Торчит. Оно что, не сгнилось? А, видишь, какой-то деревянный, да? Не вижу. Деревянный. Шевелится все. Надо как-то шпала. Точно? А. Видишь, по дереву как брякает. Нагнил. Коткие были? Ну, да конечно, это одинаково. Нет, нет лучше. Ну, они ржавчины просто больше. Вот так вот уже выглядит старое УЖД. Уже полностью все заросло большими деревьями. Кстати, вон там стри молодняка много начинается. Может, что-то вырублено было. Смотри, что я нашел. Старинные наручники, походу. Оковы. Протухшие уже, ну. Уже пошли грибочки, да, значит. Красавец. Жалко, мало. Так бы насобирали. Больше не видишь? Грибницу был. Забубенили. Далеко-то все равно уходили. Вот, вот здесь, где вблизи было, собрали. Ну, когда разбирали-то дорогу, нормально было, мне кажется, возили, довозили тракторами. И люди закидывали, довозили. Ну, может. С полными телегами нагружали. Нифига себе. Уже ягодки. Земляничка уже началась. Что-то захавай. Не зеленый. Да, ну нормально еще. Уже почти поспел. Странно что-то. Рано. Сейчас дегустируй. По пятибалльной шкале. От 1 до 5. 6. Без химикатов. Ну, натурпродукт. Куда я думаю, что туда пошла? Мне кажется, вот по бугру. А как?
Не знаю, куда она пошла. Выпала такая вот толкалка леса. Время уже 7 часов. Находки так идут, как обычно, помаленьку. Мелочевка. Большого ничего особого-то нет. Наверное, будем собираться сейчас скоро выезжать. А? Да, там сам с собой сижу. Собираться, наверное, будем, говорю, да? У меня металлоискатель сел, тем более. Ну все, перетаскали. Самая тяжелая сумочка. Ну, везде в основном подкладки. Там еще стяжки такие массивные. Дал багажник еще немножко. Потом человек забыл, в гараж приедем, взвесим. Узнаем сколько. Ну, на глаз килограмм 60-70. Примерно. Да нет у нас. Пойти за какую-то продукцию. Ты что, не рекламируй? Так, ну ладно, что, поехали. Грузимся, поехали. Надо взвесить. Точно. Сколько одна подкладка весит? Думаю, полкилограмма весит. Вот. Километр, наверное, сегодня прошли. Всего лишь. Еще километров 15 там по дороге. И в ту сторону километров 5, если не больше. Ну вот и добрались до гаража. Вот это уже взвешивал. Это с первого места 14 килограмм. Получилось, сейчас взвешиваем с УЖД, сколько будет. Получилось 36 килограмм. Ну, я думал 40 будет. Итого 50. Сейчас взвешиваем здесь, сколько будет. В этом мешке вышло 43 килограмма. Вот так вот, 93 килограмма все вместе. Нормально, за полдня. Ну еще погуляли. Ладно, домой буду собираться. Дождя так и не было, обещали. Вот и верим. Ладно, пока-пока всем. Забыл сказать, металлолом-то у нас сейчас по 18 рублей. Ну вот, считайте. Почти, ну 1800, короче, 1700 по деньгам, если нормально. Погуляли еще и денег заработали.